дело с моей судьбы. Минувшей ночью ходит призрак, вылитый король покойный. И в тех же латах, как в бою с норвежцем. Да, вероятно, это знак, грозящий государству потрясений. Король вызван был на бой властителем норвежцев Фортенбрасом. В бою осилил храбрый Гамлет наш. Противник пал, оставить победителю земли. Его наследник младший Фортенбрас набрал по всей Норвегии отряд за хлеб готовых в бой головорезов. Мне памятен отец, он вновь придет. Если примет вновь отцовский образ, я с ним заговорю, словно предо мной в очах души моей. Отзовись, отец мой, отвечай! Отомсти за подлое его убийство. Убийство? Да, змея, убийца твоего отца в его короне. Мой дядя! Мой сын, не оставайся равнодушным. Не дай постели датских королей служить кровосмешению и распутству. Теперь прощай, прощай, помни обо мне. Пред смертью брата Гамлета родного и всем нам надлежит печалиться, что надо будет сдержаннее впредь скорбеть о нем, себя не забывая. С тем и решили мы в супруги взять сестру и ныне королеву нашу. Второе. Королевич Фортенбрас, не чтя нас ни во что и полагая, что после смерти братниной у нас развал в стране и все в разъединении, возомнил так, что надоел нам, требуя возврата потерянных отцовских областей, который достал себе по праву наш славный и покойный брат. Ну как наш Гамлет, близкий сердцу сын? Ничуть не сын и далеко не близкий. Ах, Гамлет, полно хмурится, как ночь. Взгляни на короля подружелюбней. Так создан мир, что живо, то умрет. И вслед за жизнью вечность отойдет. Так создан мир. Моя же скорбь чуждается прекрас и их не выставляет на показ. Приятно видеть и похвально, Гамлет, как отдаешь ты горький долг отцу. О счете наших здравиц за столом пусть облаком докладывает пушка. А что мне это, квинтэссенция праха? Гильденстерн и Розенкранц. Почтенный принц, бесценный принц. Во, милые друзья, ну как дела, ребята? Как у любого из сынов земли. Мы не верхи на колпаке фортуны, но также не низы ее подошв. Не то, не это, принц. Ну что же, превосходно. Однако что нового? Ничего, принц, кроме того, что в мире завелась совесть. Значит, скоро конец света. Чем прогневали вы, дорогие мои, эту свою фортуну, что она шлет вас сюда, в тюрьму? В тюрьму, принц? Да, конечно. Да, не тюрьма. Тогда весь мир тюрьма. Притом образцовая, из которых Дания наихудшие. Мы не согласны, принц. Значит, для вас она не тюрьма. Для меня она тюрьма. Вы меня знаете, милорд? Отлично. Вы рыбный торговец. Нет, что?
славы. Да не мешало бы вам быть таким же честным. Быть честным по нашим временам значит быть единственным из 10 000. Есть у вас дочь? Есть, милорд. Не пускайте ее на солнце. Что читает, милорд? Слова, слова, слова. Что написано в книге, милорд? Клевета. Милорд, не уйти ли нам подальше с открытого воздуха? Куда? В могилу? В самом деле, дальше нельзя. Офелия, что скажешь? Боже правый, я вся дрожу от страха. Я шила, входит Гамлет. Он сжал мне кисть и отступил на шаг, руки не разжимая, а другую поднес глазам и стал из-под нее рассматривать меня, как рисовальщик. А несколько спустя освободил мне руку и прочь пошел. Здесь явный взрыв любовного безумия. Вот он и спятил. Идем и все расскажем королю. А, Полоний, какая тайна мучает его, и нет ли от нее у нас лекарства? Я узнал причину гамлетовых бредней. Но не тяни, не терпится узнать. Вот что дала мне дочь из послушания. Вот что написал он ей. Не верь дневному свету, не верь в звезде ночной. Не верь, что правда где-то, но верь любви моей. Как приняла она его любовь? Делал я внушение замкнуться крепче от него на ключ. А мы вдвоем за занавеску станем увидеть их встречу. Ну что ж, понаблюдаем. О, Офелия, помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа. Принц, были ли вы здоровы это время? Я здоров, здоров, здоров. Принц, у меня от вас есть подношения. Я вам давно хотела их вернуть. Возьмите их. Да полно, вы ошиблись. Я в жизни ничего вам не дарил. Дарили, принц. Возьмите их назад. Порядочные девушки не ценят, когда им дарят, а потом изменят. Так вы порядочная девушка, и вы хороши собой. Что разумеет ваша милость? То, что если вы порядочные и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотой. Я вас любил когда-то. Действительно, принц, мне верилось. Не надо было верить. Я не любил вас. Тем больнее я обманулась. Ступай в монастырь. К чему плодить грешников? Где твой отец? Дома, милорд. Надо запирать за ним покрепче, чтобы он разыгрывал дурака только с домашними. Прощай. Любовь, он поглощен совсем не ею. К тому ж, хоть связи нет в его словах, в них нет безумия. Он не то лелеет под темным уголком своей души, высиживая что-то. Пришел я к следующему решению. Он в Англию немедленно отплывет для сбора недовыплаченной дани, и люди выбьют у него из сердца то, что сидит там, и над чем он сам ломает голову до тупенья. Что же, ваша воля, я думаю, когда пройдет спектакль, устроим встречу принца с королевой. Пусть с ним поговорит наедине. Хотите, я подслушаю беседу? А если не узнаем ничего, сошлите в Англию или заточите. Быть посему, влиятельных безумцев шлют в тюрьму. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть, забыться?
Думаю, что король пожелает посмотреть эту пьесу. Они идут. Я вновь больным прикинусь. Входят король и другие. Как здравствует принц крови нашей? Превосходно, по-хамелеонски. Это ответ без связи, Гамлет. Он ко мне не относится. А ко мне и подавно. Пьеса изображает убийство, совершенное в Вене. Далее представим наш театр. Моей любви изведывали вы вкус. Люблю я слепо, слепо и страшусь. Где чувство в силе, страшно пустяка. А ты дальше в слове любви существование радостью живи. Не суеслой, предательством была бы та любовь. Расчет и жадность, вот его рычаг. Зарок не шутка, но оставь меня. Я утомился сутолокой дня и отдохну немного. Выспись всласть, и доминует в жизни нас напасть. Рука тверда, дух вечерен, крепок яд, удобен миг, ничей не видит взгляд. Тики, верши свою расправу, Гекате, посвященная трава. Спеши весь вред, который в травах есть, над этой жизнью в действие привесть. Вливает яд в ухо спящего. Осветите мне прочь отсюда огня, огня! Король, сэр, удалился к себе и чувствует себя очень скверно. И королева, ваша матушка, она желает поговорить с вами у себя в комнате. Удивительный сын, так удивляющий свою мать. Но покамест травка подрастет, лошадка с голоду умрет. Оставьте меня, приятели. Я ей скажу без жалости всю правду, словами, ранящими, как кинжал. Я не люблю Гамлета и потакать безумью. Его я не намерен. Удушлив смрад злодейства моего, на мне печать древнейшего проклятия убийства брата. Но выше взор опал, чтоб встать. При мне все то, зачем я убивал. И мы должны на очной ставке с прошлым держать ответ. Все поправимо. Он к вам идет. Предупредите сына. Пусть обуздает выходки свои. А я укроюсь за бумажной перегородкой. Ну, матушка, чем вам могу служить? Зачем отца ты оскорбляешь, Гамлет? Зачем отца вы оскорбили, мать? И зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь. Что ты задумал? Он меня заколет. Не подходи. Стража! Эй, стража! Ах так? Тут крысы? Вот вам убит. Что ты наделал? Разве там стоял король? Как ты жесток! Нет больше, чем убийство короля. Убийство короля? Да, леди, да. Прощай, вертлявый хлопотун. Вы сделали такое, что попирает нравственность и стыд и превращает брачные обеды в торг игроков. Вот два изображения. Вот и вот. На этих двух портретах лица братьев. Смотрите, сколько прелести в одном. Печать какого там божественного взгляда.
и в нем знак подлинности человека. Это ваш первый муж. Это ваш второй, как колос, пораженный с парыньёю в соседстве с чистым. Где у вас глаза? Гамлет, перестань. Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, и мне их нечем смыть. Вот и расстаньтесь с худшей половиной. Спокойной ночи. Не ходите к дяде. Маски доброты вы скоро сами пристраститесь к благу. О бедняке Полонии я сожалею, но, видно, так судили небеса. Меня шлют в Англию. Два школьных друга уже давно запродали мой труп. Покойной ночи, матушка. Где Полоний? Вы носом почуете его у входа на галерею. Его найдут. Кровавая проделка эта, Гамлет, заставит нас для целости твоей без промедления сбыть тебя отсюда в Англию. Итак, в Англию. Прекрасно. Прощайте, матушка. Торопитесь! Если Англия моя любовь, ты ценишь так, а твой рубец от датского меча еще горит, Гамлета тебе я в руки отдаю на убиение. Пока он жив, нет жизни для меня. Шлю вас с поклоном королю датчан. Скажите, что по трактату страну пересекает Фортинбрас. Чье это войско? Армия норвежцев. Куда поход? На Польшу. Сказать по праву, лишь звание, что земля. Милорд, мы уходим. Отряд вперед! Отец убит, и мать осквернена. Сердце пышет злобой. О, мысль моя, отныне будь в крови. Живи грозой или вовсе не живи. Вся муть сплыла со дна. Народ ворчит, и все и судят о кончине Полония. Из Франции тайком Лаэрт приехал. Ему все уши прожужжали про смерть отца. Что там случилось? Спасайтесь, государь! Лаэрт разоружает вашу стражу! Назад! Ошиблись! Датские собаки! Займите вход! Итак, король презренный, где мой отец? Лаэрт, что значит этот бунт гигантов? Как умер он, я отомщу! Я в утрате вашей не повинен и сам скорблю. Что еще там? Письмо, государь, от Гамлета. От Гамлета? Лаэрт, хотите слушать? Я вам прочту его. Узнайте, что я голым высажен на берег вашего королевства. Или это ложь? Я буду направлять вас. Офелия, сестра, от чьих злодейств твой острый ум затмился? Кто тут горюет? Я любил Офелию. Соперничество это, согласен я, оружием разрешить. Лаэрт, откуда эта неприязнь? Мне кажется, когда-то мы дружили, а впрочем, что ж, на свете нет чудес. Как волка не корми, он смотрит в лес. Он вышел, вот Горацио, два слова о другом. Когда мы в Англию отплыли, что меня должны схватить и голову
мою снести. Подателей означенной бумаги предать на месте смерти без суда и покаяния. Так Гильденстерн и Розенкранц плывут себе на гибель. Ядом вымажу клинок. Довольно будет ссадины, и Гамлет не выживет. Когда вы разгоритесь от борьбы, для этого я, если попросил он пить, поставлю кубок. Только он пригубит, ему конец, хотя б он уцелел от смертоносной раны. На все Господня воля, если час пробил, значит ждать нечего. Если нечего ждать, значит нечего делать. Раньше или позже этого не миновать, будь что будет. Гамлет, я королева, пью за твой успех. Не пей вина, Гертруда. Я пить хочу. В бокале яд, и больше нет спасения. Лаэрт ранит Гамлета. Затем в схватке они меняются рапирами, и Гамлет ранит Лаэрта. Что с королевой? Питье отравлено. Среди нас измена? Ты умерщвлен, Гамлет. Рапира эта отравленная. Король всему виновник. Как? Так ступай, отравленная сталь по назначению. Я только ранен. Так на же, глотай свою жемчужину в растворе. Сила яда глушит меня. Дальнейшее молчание. Лежит и стынет прах убитых в чертогах смерти. Уберите трупы! Средь поля битвы мыслимы они, а здесь не к месту, как следы резни. Скорей давайте! Созовем для этого совет! Не в добрый час мне выпадает счастье. На этот край есть право у меня, я предъявлю его.